Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Джека Фроста. Джек Фрост. Здравствуйте. Короче говоря, сегодня будет такой необычный воскресный выпуск. Мы сегодня Тесвик, опять же. Не Плейкост, явно рейтинг новых. Поиграем в те, наверное, которые то ли не признаны, то ли меньше. Ну, короче говоря, не знаю. А нет, ну тут уже... Тут как бы нет таких трёхзвёздочных. Ладно, окей. Rob Swing 2. Поехали. Будем по старинке. Не, ну там равнозначно просто получилось так, что, ну блин, не получается, это ещё выходные данные. Вау! Ее, Майкл Джордан. И чё? Ох, ни хрена себе, то есть... Вот это многоходовочка на самом деле. Я-то думал, сейчас та-та-дам будет, там что-то баскетбол, все дела. Нет, как я помню, на железнодорожном переезде сейчас... Сейчас же ставят эти светофоры вот эти вот пешеходные. Но главное, самое интересное, система орёт, и два поезда стоят нормально, то есть по обеим сторонам. Где-то далеки. Марио, здорово, чувак. Вот это я понимаю, слушайте, это креатив технологии. Марио, ты-то какими судьбами здесь? Ой, Луиджи, здорово. Луиджи, ты не против, если я зацеплюсь? Да Луиджи, блин. Да хорош, че... Поезд, не дури. О, Йоши. Я не знаю, это какой-то Марио Роб Свинг, что ли, или чё? Поехали. Блин, ну и куда же без Майнкрафта, ёлки-палки. Если вы хотя бы раз не поиграли в Майнкрафт, всё, жизнь прожит зря. Ой, крипер, 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 тихо. Я знаю, то, что эти взрываются на самом деле, блин. Ой. Это он тут упадет. Ага. Так, 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 так. Вот здесь вот. Понять бы, куда двигаться. Так, вот так вот сделаем. Ёхарный бабай. Крутись, 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 он без рук. Ребят, да блин, хорош прогружаться, ну как это делать, ну. Не дури, собака-то некрещенная. Давай, 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 давай. Блин, я не знаю. Походу мы проиграли, ребят. Да слишком долго, ребят, ну понимаете, да, Марио и крипово, конечно, блин. Но это слишком долго. Богофайт. Потому что если бы на самом деле вот сейчас бы, когда им руки оторвало, прости господи,
Был бы финиш, был бы классно на самом деле. Вот. Спасибо. За тролло, блин. Да ёхарный бабай, да что ж такое-то? Ладно, ребят, короче говоря, скорее всего, экран пытался выйти у меня в другую плоскость. Так что извиняюсь за такой скримак, но ничего не поделаешь. Постоянно, блин, система движения, блин. Ну хорош. Видите, вот эта вот кнопка, которая вот в отдельном огне. Вот я про нее говорил, она иногда бывает вот так вот чудит. Так, давай, давай, давай. О, да. Оу, бэби. Да вы чё, серьезно? Она кликабельна. Да ладно, нет. Так, вот сейчас вот, давайте сейчас перезагрузимся, сейчас посмотрим, что-то она там пыталась. Да блин, да хорош догружать. Поставь 5, ну я не знаю, 5. И ты, блин, в школе подходишь к учительнице, поставьте 5, а то не разблокирует дневник, нормально. Так, да нет, ребят, ну, серьезно, интересно, скучно, нерентабельно, потому что уже, блин, ну, когда просто вот так вот просят поставить 5 ни за что, это отбивает охоту просто проходить уровень. Я и говорю, учительницы бы так подошли. Я посмотрел, чего она ответила на такое. Ну, допустим, ну вот опять, поставь ряд 5, ну нахрена вот это вот. Если... И, наверное, тоже, блин, какой-нибудь уровень создам, напишу. Поставь 5, если ты дебил. Мы все прошли. Да не, ну просто, блин, вот... Ладно. Просто могу сказать и подытожить вот эту тему. Не надо выпрашивать просто так оценки за уровень. Это ничем хорошим не заканчивается, поверьте мне. Это вот, вау, 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 вау. YouTube. YouTube, YouTube. Ребята, я не знаю, что это за парень. А может, это вообще девушка? И какого хрена? Ох ты, ёшкин кошкин. Ну вы видели это вообще? Не, ну, слушайте, ну нахрена вот это вот? Из выпуска в выпуск. Пытайтесь вот, вот я не буду проходить чисто из-за пиары. Такое ощущение, вот как будто вот человеку надо просто, чтобы набрать подписчиков, а бы каких. Не, ну ради бога, ну, я говорю, надо добиваться контента, надо вот этим, своим обаянием добиваться всего и все. Спасибо, бро. Это кто такой, блин? Бро, ты кто? Space Start. Ну, допустим. Move.
Что-то не мовит. А нет, мовит. Счет. И ну нажимай на петлю, ну допустим. За что ты... может быть... Санта-Клаус, как говорится. Иди себе на хаос, так тихо. Я говорю, выше, 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 выше. Конечно, я ноб. Да не, мы не нобы, ты чё? Даю. Выстрел. Счет. Да, конечно, блин, вот. Осталось 7. Да я не знаю, что творится. Осталось 6. Погнали. Ну и кто ноб? И чё-то тат-та-дама не слышу вообще. Ну, допустим. Ну, убралось. То есть, понятно, то есть... Да блин, ну если она реагировала еще. Не, ну понимаете, это скилл уже в КС. Не это КС ГО, который, блин, пародия на 1.6, а КС, который реально КС-ка была. Чё, все, готов он, блин. Я не понимаю этот уровень, серьезно. Блин. Да не знаю, это дикость вообще, блин. Не, ну ребят, ну серьезно. Ну уровень не проработанный, потому что ну чё за хрень, ага, ну. С нотрен и он следующий уровень. Ну потому что ну а чё толку сидеть, да? Мы его застрелили уже дважды, блин. Я не знаю, вот. Вон да, вот только. Хочется вот так вот сделать и все. И закрыть Happy Wheels. Блин, такой... Я не знаю.
Ребят, знаете, мне что-то даже немножко не по себе, когда я читаю эти надписи. Enjoy it. Спасибо. Давайте как-нибудь без меня. Так. Все время Spikeball. Вот это я люблю, вот это, понимаете, вот. Вот где драйв. Я даже хотел их. Вот где драйв-то, enjoy. Поехали. Так, поехали. Так, еще раз. Я говорю, вот, понимаете, здесь ничего не меняется. Знаете, ребят, пока у нас тут есть время, может быть, мы опять читанем, потому что, блин, я серьезно. Вам нравится приходить вот так вот просто вот. Вот, не знаю. Мне не особо, сейчас. Сейчас как бы пройдем этот уровень. Да блин, да я не знаю это вообще. Это ты не знаю, тут постоянно переключаться с этой рамки. Вот, наверное. Да куда тебе несет, тебе. Там что, турбонаддув, что ли, я понять не могу. Кстати. Underground, может, у нас по средам будет выходить, хрен узнает. Да так, пока что прыгаем. Так. Да я не знаю, замените персонажа, я не знаю. Он дурак какой-то, он не может прыгать. Да я не знаю, я прошел, почистил. Да потому что я уже чувствую, что он сейчас нарвется, блин. Да он не тянет ни хрена, он так ощущение, как будто его сдувает. Не течет его шипы, блин. Ты туда, я. Собака-то не крещенная, не могу. Я не знаю, этот трек. Да конечно, сейчас. Да чё б нет-то? Едет, блин, ставьте динамит, чтобы побыстрее поехал, блин, не знаю. Да не, пацаны, ребята, ну ты. Ну, блин, я не знаю.
Да просто я не знаю, это же скиллок сработал. Серьезно, потому что тут надо просто не то, чтобы подъехать, там прыгнуть, да, так, чего я хотел, да, точно. Сейчас, минуту. Сейчас мы, смотрите, мы делаем вот что. Мы делаем вот так вот, мы делаем вот так вот. Мы пишем в реальном времени просто. Марио. Марио Балфро, окей. Поехали. Ну потому что, блин, неинтересный уровень. Вау. Nothing. Еще раз nothing. И это все. Да, уж карт. Да, кстати, есть там Марио карт. По-моему, игруля. Я правда не знаю, пойдет ли она у меня. Так, поехали, Йоши. Отец превратился в Йоши. Нормально. Так, не надо. Бэкфлип, ну окей. Бэкфлип, ты... Могу фронтфлип сделать. О, Йоши, ты маску что-то потерял. Сына, держись. Это парк аттракционов. Не, ну классный. Классный уровень, конечно. Давайте попробуем, дадим ему еще один шанс. Да блин, да панцирь черепахи, елки-палки. Но зато проверили систему. Система работает. Система просто раздавила. Понятно, то есть надо... Не надо его тащить за собой. Это не Марио, когда он там мог его пнуть. Я надеюсь, не просто ракетная установка тогда помогла просто. Давай, 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 давай. Чёрт, война. Да потому что не затормозил. Я ему говорю, тормози, блин. Ладно, ничего. Да дойдем, дойдем до финиша. И все равно ничего... Да... Ничего себе. Блин, я же почувствовал это же бэкфлип. Я же почувствовал, сына, держись.
Так и снится. Может, голову. Блин, да как так-то? Болт. Сильно давай. Не знаю. Короче, какой-то длинный уровень. Ой, блин, я не знаю. Серьезно. Часть 1, как бы так. Ну поехали. Дестрой. Ну да, тут еще оригинальный саундтрек ставить монеткой. Ну, я не знаю, Марио хитрый, это вообще. Не, я не понимаю, единственное, почему вот эти вот культовые уровни не попадают в то, почему вот людям постоянно вот эти свинги вот эти вот непонятные. Вот уровень, вот пожалуйста. Да ёлки-палки, да что такое? Поэтому, потому что это кажется непроходимым. Хотя на самом деле это проходимо, еще как. Это понятно, это трейлер. Джемпер. Ну, блин, намутили. Ну, понимаете, такие уровни, блин, приходится почему-то на дурачка, ну, я не знаю. Хотя тут помнишь, Марио и Соник. Ну, давайте посмотрим вот этот уровень. Не, ну как бы не сказал то, что мы пройдем там и так далее, там подобное. Ну просто смотрим уровень сегодня. Марио или Соник? Марио, конечно, естественно. Ёлки-палки. Соник, ну блин. Я сколько вот пытался играть Соника, я не понимаю, вот в чем смысл игры. Собираешь монетки и тебе дают кольца, точнее. Где дается все бессмертие, ну блин. Марио Galaxy Demo. Вот это Galaxy, вот это круто, конечно. Давайте посмотрим вот этот уровень. Я просто знаю Марио Galaxy, там, короче, третья принцесса, там, я не знаю. Такое в синем платье. Во! Вот это козырно. Вот это козырно. Вот это я понимаю. Я прям себе превьюху, наверное, сделаю. А почему нет? Марио Галакси, так. Кролик, что ты там говоришь? Эй, привет. Эй, Марио, типа того. Исследуй планету. Пожалуйста, наслаждайся. Давай, нажми спейс для прыжка. Окей. Да я нажимаю, кролик. Ну что-то, блин. Чё-то, блин. Марио, ты будешь идти сегодня или нет? Марио, пошли. Кнопка вверх, Марио идет. Нормально. Короче говоря, вот так вот Марио хэппи-вилс. Я говорю, почему это самое... Не попадают вот эти уровни в топы? Потому что людям не интересно уже Марио, наверное.
Да нормально, ешь, все нормально. Он спрашивает меня, как дела. Я просто не хочу это читать, кликни. Окей. Ти-ти-ти-ти-ти-ти, Марио, 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 успокойся. Кликни, я кликнул на тебя. Все идет перемещение. Что Марио Галакси играл, понимает, о чем речь. Просто я видел летсплей, но, к сожалению, я говорю, у меня комп. Да истерический в этом плане. Ничего. Ну, не, ну, в оригинальной игрушке в Galaxy, когда вот так вот. О, вот так она еще и статична. Нормально. Нормально, Карл. Ребята, я не надо переворачивать телефон, это сейчас он просто идет по планете вот так вот дикой. Я понимаю, это же сейчас у кого-то мозг сломается. Но это мы идем вот так вот. Это как в «Алисе в стране чудес» было сказано. А вдруг они на головах идут. Ой, вниз головой. И тут то же самое. Ни хрена себе. Вот это гравитация, понимаете? Не, ну будет прикольно, если принцессу встретим. Вы понимаете, вот ради этой атмосферности, ради того, что человек постарался, конечно, блин, это вообще, это огонь. Так, где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здрасте, YouTube с Инстаграмом. Короче, ребята, вошли мы планету, не нашли мы ничего абсолютно, я не знаю. Давайте сейчас посмотрим, Марио. Вот так вот Марио обошел всю планету, ничего не нашел. Извини, чувак, но пиариться вот так вот, конечно. Ты, конечно, крутое время сделал, но пиариться не надо так. Еще раз говорю, лучше со своим трудом. Все добиваться, сейчас посмотрим еще один уровень и все на это. Ладненько, ребята, посмотрел я остальные уровни как бы рядом не похожи. Ну на этом все, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Джек Фрост, всем пока-пока.